Супер Таджик представляет. Здравствуйте, мои ребятушки. Поздравляю меня у вас с праздником под названием 1 мая апреля. Как вы, мана, себя чувствуете? Ничего, мана, не болит? Как вы понимаете, я супер, мана, силой обладаю. Он у вас, как видите, обычный пацан стоит. Я говорю, колобок, мана. И он становится в трусах. Это фокус-покус, мана. Смотрите, как еще могу. Говорю, ка-ка-ка, мана. И одеваю вас в волшебную куртку. Ладно, на самом деле, говорить слова не обязательно. Просто по приколу я это делаю. У вас модный чувак. Я также могу вот так еще сделать. Здорово, мана, братаны. Как поживай? У меня куртка, мана, модный. Также у вас у меня волосы модные. Также, мана, я в файлах у себя, мана, могу найти вот это. Вот это, мана. Я не знаю, что это такое. Какой-то волшебный предмет. По слухам, я думаю, это какой-то разбор домов, что ли, мана. Также, мана, у меня и супер рука зеленой какахи. Вот и сама она. Пошел нахер. Вот, ваша мана, как видите, я супер сильный. Еще мана у меня бесконечный запас денег. Так, погодите. Я могу с легкостью снять с себя штаны. Так. Чуть слабоват 100 рублей. О, 500 мана рублей уже получил. Нужно постараться. Вот как видите, я добыл себе денег. Есть мана также лопата волшебная, куш-пэк-пэк. А у вас смотрит самое крутое мана. Огонь из рук. А хотите увидеть нечто? Вот смотрите. Вот это девочка, мужчина. Я не знаю, что это такое, просто сделал. Вы попросили нечто, я сделал. Еще вас вопросов задавать. Все, уйди отсюда, ужас. Давайте призовем квартирку. Смотрите, вас я могу ее взломать. Вот смотрите, что с ней сделал. Тут какой-то корж-пэк-шпэк стоит. Какой-то фигней мана занимается. Вот тут креслица есть модная. Можно мана вот так подрыхнуть. Тут попугай сидит какой-то. А ладно, мана, мне не больно. Стоп, мана, погодите. Ой, мана, я в зеленую саплю превратился. Что за мной такое, васа? Все, васа вернулся. Это, короче, мана, мой самый любимый праздник 1 апреля. Счастливых, мана, рожи крыша, пацаны, пока этого, мана, всем.